Вахты залагас. Харкула. Все, давай на Здравствуйте, салам алейкум. О, молодцы, вы чувствуете такой горский дух. Это плохо поздоровались. Да. Как дети, как поживаете? Как у вас здесь обеспечение, как? Хорошее. Кушать дают? Да. Да. Директор обижает? Нет. Молодцы, молодцы. Вот я вам хочу рассказать. Я тоже был когда-то, вот, учился в интернате, школу-интернате. Это было Южное Сухокумское. Я окончил там школу, и через много-много лет я все-таки решил стать мэром этому городе. Так что вы должны тоже учиться, быть дисциплинированы, слушать воспитателей, слушать директора. Это ваши родители здесь. Это люди, которые сегодня вам создают для вас уют, обеспечивают для вас теплом, уютом. Поэтому вы должны сегодня все, что возможно делать, слушать их. Это ваша главная задача сегодня. Слушать воспитателей, директора. Это ваши родители. Если вы хотите стать... Кем вы хотите вообще стать? Спортсменами. Да. Спортсменами? Все хотите... Спортсменами. Да. Кем хотите стать? Хореографом. Вот. Видите, у каждого человека должна быть мечта. Без мечты ничего не, это, в жизни ничего не добьемся. Но все через труд, через перетруд. Дисциплина. Труд, и тогда вы добьетесь, чего мечтаете. Поэтому надо заниматься, учиться хорошо, заниматься спортом, быть порядочным человеком, быть настоящим патриотом своей родины. Это самое главное. Не то, что там быть чемпионом стать, просто надо быть хорошим человеком тоже. А наша с вами задача, главное, учиться хорошо, быть настоящим патриотом своей родины. Так что учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Это новый, новый ГАМАЗ. Это новый, я сам дальше веду. Лаворском ГАМАЗ называется, ГАМАЗ. Это новый, тюнинговый, специально. Это работа наших воспитанников, вот они сами делают на кружках. Вот я помню, мать еще покойное делал на этом. На этом. А это же, да? Это же, видишь. Вот это тоже дети, это из папи-маши сделано, из бумажки сделано, такие-то орешки, все дети делают. Вот, спасибо. Да, да, да. Вам тоже огромное спасибо. Таким ребятам, которые сегодня работают, чтобы наши дети учились в таких цивильных, чистых учебных заведениях. Конечно, это все зависит от организатора. Да, от, да, от руководителя, да. Много зависит. Много зависит. Вот видите, какую красоту создали. Условия, да, когда дают для работы, тогда, да, и хочется работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь были, да? Да. Hello, Dr. Haldage.
Здесь специальный учитель есть? Да, да, конечно. Именно обучался. Thank you.